когда вот эта вот вся публика кричит о том, что надо спасать Россию, я с ними согласен. Россию надо спасать от них. Вот этот разброд и шатание в головах людей, которые они провоцируют, до хорошего не доведет. Нам необходимо защититься от каши в головах. Мы должны быть уверены, что мы живем в самой лучшей стране на Земле. Я лично в этом уверен. Что у нас не так? Много не так. Покажите мне идеально, стерильно, идеальную страну. Я таких не знаю. Поездив по миру, я отдаю себе отчет, что мы живем не в самой плохой стране. Для меня лучшей стране на Земле.